Председатель Сената Али Маджлиса Республики Узбекистан провела встречу с делегацией Корпорации финансирования международного развития США во главе с главным исполнительным директором Адамом Бойлером. В ходе диалога подчеркивалось, что дальнейшее укрепление отношений между Узбекистаном и США является одним из приоритетных направлений нашего государства. Соединенные Штаты Америки являются важнейшим партнером Узбекистана. Мы высоко ценим намерение Соединенных Штатов Америки по оказанию содействия в реализации социально-экономических реформ. Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в экономической, финансовой, инвестиционной сферах, а также в области современных технологий. Нас впечатляют темпы реформ, реализуемых в Узбекистане. На фоне негативных событий, происходящих в разных странах, это целая история успеха. Для себя здесь мы видим немало возможностей для инвестирования в нефтегазовую, энергетическую отрасль и сферу здравоохранения. При этом ту или иную инвестиционную программу мы оцениваем не только с точки зрения ее выгоды, но и потому, насколько в ней учтены гендерные аспекты. Закономерно, что немалый интерес гости проявили к значительно возросшему числу и роли женщин-парламентариев, мерам по укреплению статуса женщин в обществе и обеспечению гендерного равенства в республике. Перспективным направлением сотрудничества, по мнению обеих сторон, является противодействие принудительному труду. Отдельный акцент сделали на развитии взаимодействия между высшими законодательными органами двух стран, предусматривающего в том числе стажировку членов Сената в Конгрессе США, обмен опытом и разработку совместных проектов, призванных повысить роль парламента.